победы, да, но комментарий по этому матчу. Ну, отличная игра. Много оставили сил сегодня. Все работали на команду. Лавка жила. То есть спасибо всем ребятам. Юхе спасибо огромное, что подтаскивал нас в нужный момент. Но сегодня была у нас команда, и поэтому мы победили. То есть секрет победы все-таки это общекомандное настроение? Да, да, да. Здесь даже не обсуждается индивидуальные действия, здесь только команда. А по своему голосу что скажешь? Были ли такие случаи в карьере? Ожидал ли, что вообще засчитают? Не было таких, но даже не знаю, что сказать. Ну, есть такие правила, но, как говорится, гол вкусно пахнет. Да? Что говорили партнеры, когда подъехал на скамейку? Уже сразу начали поздравлять? Ну да, там начали так делать. Молодчик сказали. Ну, слава богу, что выиграли. И тут уже четвертый гол, он как бы, ну, не такой был важный, так скажем, да, но самое главное, что сегодня мы прошли следующий раунд. Следующий соперник как Барс, как надо будет сыграть с казанцем в зеленом дерби? Ну, это мы сейчас отдохнем, и потом уже нам тренер расскажет, как против них играть. Настроения были какие-то реваншистские вот в серии с «Авангардом» после прошлогоднего вылета от них? Сегодня? Да вообще вот на эту серию. Да нет, я не скажу. Мы сегодня были сконцентрированы на сегодняшней игре и только сконцентрированы были на «Авангард».